Азербайджан, Азербайджан, ти батьківщина мужніх синів. Украина Силахлы Qüvvələrinin tərkibində Rus işğalçılarına qarşı döyüşən Riyad adlı Azərbaycanlının görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan görüntülərdə Azərbaycanlı döyüşçü 6 ildir ki Ukraynada yaşadığını, buranı özünü ikinci vətən saydığını və getmə imkanının olmasına baxmayaraq qalıb döyüşmək istədiyini bildirib. Azərbaycanlı döyüşçünün görüntülərini təqdim edirik. A, ты откуда-сан? Из Баку, Азербайджан. А почему ты в Украине? Ну, я тут 6 лет примерно живу. Ну, это как моя вторая родина, теперь уже. И почему ты решил пойти воевать? Ты же мог уехать. Мог, да, не знаю. Не, не мог. Хотя были предложения эвакуироваться, не знаю. Как бы я сидел дома и смотрел по телевизору, что там происходит. Кем бы я потом был, если я тут столько лет прожил. Не мое. Спасибо. Да не за что.